So definitely go this way. Да, пойдем. Все? Конечно, было страшно, потому что постоянно обстреливали. И днем, и ночью. Дети не спали, плакали. Ну, очень. Не переставали вообще. Страшно было. Мы думали, уже не выйдем оттуда, честно говоря. Конечно, сложно. Сложно. Ну как, дети? Я же говорю, экономили на всем, мы во всем выжимались. Воды не было, то есть купались. Ну как купались, если можно так называть. Раз в неделю, может, ну, такое, помыть руки, лицо. Ну, морально очень тяжело, конечно. Дети как зомби, света белого не видят, солнца, ну, ничего. Потому что там кашель начался у всех, насморк, ну, плохое самочувствие, головные боли. Ну, это очень сложно. Эмоционально тоже. I am, however, worried that not all of the civilians are out. The steel plant is very big. It was very difficult for those who came out to come out. I think some of them were very afraid. Ждут помощи с марта месяца. Но с ними никто не выходит на связь. Говорил, что Украина нас не забудет. Они всегда он говорил, мама, Украина.